дверь к любому твоему начальнику просто с ноги. А разговариваю с тобой, с простым майором. Почему? Потому что мой сын не прав. Но он мой сын. И я должен что-то сделать. Хочу танцы! Мы с тебя и правда на полгодика-то посадить, а? Че ты завелся? Отмазалась, все в порядке. Не в этот раз, сынок, не в этот раз. Мать, это жопа мира! Или мы дальше проскочили? Тут люди вообще есть? Это луна, сынок! Это луна! Извини, дед. Это снова я. Снимай стресс, адмирал! Снимай! Да, ты прав. Не договариваю. У Глеба Витальевича Сорокина имеются проблемы. Сбил человека, из Москвы исчез. Человек! Тупой косяк, согласен. Но у клиента теперь полный пансион, лекарства без всяких санкций. Нужно пересидеть. Это я понял. Характер есть, мозгов не хватает. Ты что, мать Тереза? Что ты за других должен вписываться? Я свою жизнь спустил. Может, у них получится. 105-й, это сильно. Кого ж ты так? Ты будешь следующий. Зайца, пусти. Ну а чё ты их не пристрелил? А ты чё не бил? Давай по рублю, возвращайся. Раньше я завидовал людям с идеями. Дедуля! Кто мутит свой став, респект. А теперь-то я понимаю, что это обычные фашисты. Мешай. Греби. Не шути. Им принцип важнее живого человека. Да сколько можно? Если человек вляпался, то сам и выгребай. Не выгреб, иди на дно. Вот и вся народная мудрость. А ты выгребешь? Уж я не пропаду. Это сносит! Уже снесло! Давай! Вызывай МЧС! Пусть вытаскивает нас отсюда! Дага! Тихо тут у вас. На луне. Завтрак вставай.